Сейчас буду проверять лайфхак из интернета. Наткнулся недавно, что можно сделать торнадо в домашних условиях. Мне очень интересно. Надеюсь, получится. Я не знаю, как у них получилось, у меня не получилось, вы это видели. Либо они что-то скрывают, либо это фото или видео, или шиномонтаж. Поэтому не верьте в интернете лайфхакам, верьте только мне.